Всем привет, дорогие друзья, с вами доктор Труф, и мы продолжаем проходить The Age Moss 1.7. Прекрасная модификация на игру Medieval 2 Total War. И у нас жопа. Да, именно она. Именно она. Видимо, я так увлекся экспансией на западе и на севере, что, блин, как-то вот проморгал этот момент. Ну, с Дейлом тут ерунда, тут у меня один Назгул, в принципе, справляется с ним, потому что Дейл, как и показала практика, реально бурундук, а не воин. А вот тут, конечно, вот Заика, бедняга, тут Мирослав попал, конечно, прям по полной программе. Надо вручать его, вот так, хотя бы бить, чтобы он уходил куда-нибудь. Надо уходить отсюда, конечно, надо вот категорически валить. Надо валить, потому что вот тут кавалерия, можно попробовать их жахнуть. Давайте попробуем. Вот так вот. И ночное. Так, стрелки. У них кто? У них кавалеристы, они пойдут вперед. Ну и попробуем, сейчас попробуем. Что? Надо. Мирославу давно пора уже размять свои косточки. Штыкотык там шалит на севере. Ну, блин, эльфы, которые, сука, подключились к войне. Не то, чтобы там прям попорли планы, но... Они ко мне ж придут потом. 100 пудов. То есть придется откатываться обратно к своим границам завоеванным. Так, проходик у нас. Вот он, замечательный. Пароходик. И в этот пароходик никто, сука, не сунется. Прям вот однозначно. Я даже знаю почему. Вот по этому. Эть. Хи-хи-хи. Прекрасно. Так, баллисту. Ну, баллисту сюда разместим. Вот главное. Вот, кого надо разместить. Вот сюда. Вот так хотя бы, да. Но остальное мясо. Мясо здесь побудет. А почему здесь? Давайте уже сюда на третий, на передний план выходите. Плюс у меня еще вот здесь есть. А где еще есть проходик? Здесь только один. Сейчас посмотрим. Если только один, то это хорошо. Я пока тут не вижу. По-моему, только здесь можно пройти. Да. Только один брод. Только один брод. И это гуд. Значит, ну что? Прикиньте, вот так вот, да, например, можно поставить. Да, блин, а зачем? Зачем еще ставить колеи? И так двух колеев должно быть достаточно. Ну, может быть, вот сюда вот. Типа. Вот так вот. Вот. Вот так вот хорошо. Да, вот так хорошо. Ну и поехали. Так. Доблестные стрелки, собственно, с огоньком, разумеется. Откатывайте на второй план вот сюда вот. Да, не, ребят. Да, что ж такое-то? Вот так вот, да. Вот так вот. Отходим, да. Причем бегом. Так, мясо. Мясо. Мясо надо выставлять вот здесь. Да, блин. Давайте по одному, хорошо. Даже вот так вот можно поставить. Да, третье мясо вот здесь. И вот их вот сюда, вот нас двух сюда, да, конечно, подогнать, чтобы они, если что, кавалерию атаковали сразу. Вот так вот. Вот так будет хорошо. Тральчаги сзади.
Баллиста. Баллиста. Баллисту надо вообще-то сейчас на передний план поставить. Вот так вот. Так, поехали. Все хорошо, да. Давайте. Только все это делаем в темпе вальса, пожалуйста. Прямо очень быстро. Назгулы. Хорошо, проверяем, проверяем, как у нас работает. Тут, естественно, будет стрельба. Нет, хотя, знаете, как вот так вот. Давай, давай, подходи. Они же полезут. Они, конечно, не полезут, блин. Я надеюсь. Давайте, подъехали. Подъезжайте, блядь, катапульты, пожалуйста. Я вас очень прошу. И начинайте. Опять дождь идет. Что ж, да что ж ты встал-то, блин, ё-моё, Борис, что ты стоишь-то? Я ж тебе... А чё она стоит-то? А, не, они едут. Смотри-ка, на удивление. Твари, блядь, встаньте на место, пожалуйста. Все. Вот так, развернитесь и встаньте, все. Давайте, ребят. Стрелять пока не надо. Сейчас баллисты подождем. Подождем баллисты. Все у нас хорошо. Так, приготовьтесь. Мясо приготовьтесь, потому что вам, скорее всего, придется вступать в бой скоро. Я так чувствую. Все? Встали? Молодцы. Баллиста, ё-моё, ну что... Ну что ж так долго-то, блин? Что ж так долго-то вы выруливаете там все, а? Так, стоим. Дефенс, конечно же, везде. Не попали. Нормально. Вот по вот этим вот давайте. По скаутам. Хорош. Лучнички, лучнички. Прям вот. Вот хорошо. Так. Назгулы. На всякий случай подходите куда-нибудь у себя поближе. Просто поближе. Так, продолжаем. Пардон, пардон. Итак, бум. Ой, как хорошо. Так, а ты можешь попасть вот помещником Эрлинга, дорогие мои? А, тятяшки, хорошо. Ай, хорошо. Должны они пойти, конечно. Должны. Ой, класс. Хорош. Отлично прям. Отличненько, отличненько. Шикарно просто. Что, они все? Да ё-моё, что, куда вы побежали-то все? Так, сейчас стоп. Чтоб вы не поехали случайно. Цели скидываем. Как-то разбредаются. Твари. Ать, мимо жалко. Так, давайте-ка пока остановимся. Время есть. Время есть, подождем. Вот. Да ладно. Опа. Видимо, придется их спровоцировать как-то. Ну, Колья. Колья меня беспокоит.
Вот тут коняшки встали. Ну что, встали? Давай сюда. Надо как-то их спровоцировать. Или... Не, подождем пока, не будем провокацию делать. Кавалерии провокацию делать опасно здесь. Случайно могу всех потерять. Хотя, если сбоку... Ох ты, ёпты, мы генерала убили. Ну как генерала, капитана их. Зачетное попадание. Давайте назгульчики. Вот сюда вот аккуратненько, да? Попадаем. Ох, не попадаем. Так. Назгульчик. Так, Мирославчик стоит. Никуда лезть не надо. А мы вот сюда пойдем. Что, куда они поехали куда-то? Да, они перестраиваются. Хорош. Во. Куда все собрались-то? О, кавалерия возвращается. Так. Ну вот, на всадника Квестольда. Тяжелая кавалерия, конечно. Вот сюда, разумеется. Так, стоять. Да ладно, неужели к нам? Блять, если к нам, надо уходить. Надо уходить, надо уходить. Так, тихонечко только уходите вот сюда, вот в бок. Нет, не к нам. Не к нам, не к нам стоять. Блин, вот я мудюсь-то. А чё я мудюсь-то так? Давайте. По всадникам Вестольда. Ну зарядите его разочек-то, ё-моё, ребят. Не прицелиться, что ли? И, кстати, много. Да, блин, стоять все. Стоять, просто стоять, все. Они просто мимо проскакали. Так. Ладушки, значит, давай, Назгульчик. Приготовься к атаке вот на, не знаю, намечников Эрлинга, например. Но... Нет, не попали. Опа! Да ладно, Назгулы в воду не могут идти. Серьезно? Ё-моё. Я забыл. Вот это подстава. Или могу? Видимо, не могу. Назгулы, по идее, не должны в воду заходить, правильно? А я буду погибать тут от воды. Да вроде нет. Заходит в воду, нормально все. Ну и что, так? Так. Да сюда лучше стрелять, по скаутам, конечно.
Опа. Что за перестройки такие? Так. Обратно давайте. Такой фигней страдай вообще. Вот сюда, по всадикам Вестолля. Да что ж такое, хватит... Блять. Блять. Начали. Все, начали они. Как сказать, провокация. Не совсем провокация, конечно. Сюда выходим на передний план. Быстро, быстро, быстро только. Нет, остановились. Да что ж такое-то? Вы будете куда-нибудь там что-нибудь? Не будут. Так, катапульта. Не достать. Сюда-то достать, понятно. Да уж, секирану. Давай уж. Вали. Шестьдесят? Это как произошло? Случайно кто-то проглотил стрелу горящую? Как эта потеря произошла здесь? Ха-ха, реально придурок. Один придурок прямо под выстрел. Он, наверное, видимо, хотел проверить, а что стрела от него летает. И получил. Да, ну орки. Что поделаешь, орки. Давайте, мы почти все расстреляли. Ать, хорош. Ой, хорош, хорош. Конечно, вот этих бы хорошо, всадники Вестольда, да, такие серьезные парни. Тяжелые всадники. Давай-ка по всадничкам попробуй. Да, мудимся, 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 конечно. Ребят, извините, что так, наверное, скучновато, но мне кажется, это... можно даже побыстрее сделать. Что-то ходят, переходят куда-то. Так, катапульта, все нормально? Попадаешь? А куда ты поехала-то, ё-моё? Блин, они перемещаются. Перемещаются немного. Ну, есть. По всадникам Вестольда зарядим. Должны. Должны смочь. Ну и... Жбанк вообще хорошо. Прям Корсавелла десяточку срубили. 10 всадников за раз. Блин, катапульты я вас обожаю. Да и баллисты тоже молодцы прям. Катапульты качаются безбожно вообще. И Нет, не попало. Прекрасно, прекрасно работает наша артиллерия. Ох ты, ё-моё. Ох, ох. Очень точно работают. Недолёт. Да что ж такое-то. Еще разок. Вот хорош. Шестьдесят девять. Отлично, прям. Прекрасно. 56. Давай на скаутов теперь. Уже мало, они сейчас побегут скоро. Продолжайте, продолжайте лупить всадников тяжело. Ой, хорош. Так, полбоя, полбоя. Полбоя уже прошло. Половина. Ну. Ай.
56? Блядь, четверых? Как так? Ребят, хватит вставать под обстрел, идиоты тупорылые. Что вы делаете? Ай-яй-яй, чадя. Хорошо. Может, тоже всадников этих покрошить? Ать! Отлично, прям. Ой, хорошо. Все остальные-то мне не страшны. И... Ну, е... Ой, хорошо. Ой, молодцы. 55. Опять кто-то встал под стрелу. Не стоять под стрелой, есть такое правило же. Они под стрелой прям стоят. Не дебилы тупые. Ой, прям... Прямо в череп пришло кому-то. Да, тяжелых всадников наполовину раскрошили. Класс, класс, класс. Ой, еще кого-то. Ой, молодцы. Ой, молодцы. Ну, практически считайте, что мы здесь всех отжамкали. Пошли. Дальше дело техники уже. Должны сейчас босса провокашка и убежать. Быстро. Так, противник не двигается. Куда? Что вы зашевелились все? Ну ладно, еще обратненько. Все. Вот теперь можете просто стрелять куда хотите. Все. И что? Тяжелые всадники таки наши... Таки решили, да? Нет? Хрена они не решили. Да блин, ребят, вы определитесь там, что вы делать-то будете. Все, срать вообще. Надо сейчас схлестнуть. Схлестнуть надо свои. Давайте по этим придуркам там осталось-то их. Давай. И отход. Все. Пойдут? Пойдут, конечно. Вот сюда вот. Только быстро давайте. 30? Блять, попался как-то, блять, на штурме. Странно. Так, ой, как вы залезли-то далеко. Вам сейчас достанется, ребят. Уходите. Уходите. Вот сюда выходим. Блин. Там же сейчас они прямо... Попадут. Попадут они под обстрел, нет? Да что ж такое-то, а? Не хотят все равно. Тьфу ты, блядь. Вот сюда вставайте. Здесь же должны... А куда здесь-то делись эти колышки-то, ё-моё? Что происходит-то, ё-моё, ребята? Не хотят идти. Может вообще хитро сделать? Вот мы сейчас их расстреляли половину. Так. Тяжелые всадники. А, они бегут в панике. Бегут сломлены.
Блин, там все побежали. Эти убегают, нет, эти отступают. Ну давайте, ешьте их тогда, ладно. Кто-то побежал. Генерал побежал, все. Заика, давай-ка займись. Вот сюда иди. Сейчас тоже займешься тогда ими. Фух. Здесь хельминги, стрелки, да? Вот вам сейчас достанется, ребят. Давайте. Мы стрелков. Сейчас все побегут. Конечно, побегут. Куда они денутся? На, блядь. Потрясенные. Сломленные. Все. Уходят. Продолжаем их. Жарим, 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 жарим. Отходим. На марше, блядь, они. Так. Опа-па-па-па. Хочешь поговорить? Давай поговорим. Давай, давай, Заика. Заика! Быстрее! Давай на помощь парням. Тральчаги. Может, тральчаг задействовать? Должны пойти тихонечко сейчас, давайте. Побежите. Через колышки, но только вот по другую сторону должны прокатить. Ёб твою мать. Отходим, отходим. Да быстрее отходим, ты ё-моё. Те бегут, все понятно, все с ними, блядь. Вот, ральчаги, давай. Вот на этих. На этих, давай. Ярлингов этих. Сейчас мы им устроим, блин. Секероносцы марки, все готовы, блин. Вообще всех за чарж за один, всех. Быстро этих клоунов. Давай, 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 давай. Побежали. Хаваем, 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 хаваем. Сейчас вот тут осталась небольшая тусовка. Хелфингов, давай, хавай. Где вторая? Сюда. Добавить им, добавить. Жрите хелмингов, жрите. Все, здесь тоже без проблем все. Есть, есть, должны были побежать. Побежали. Быстро продолжаем, чтобы всех схватить. Так, тральчаги продолжают прессинговать вот этот кусок говна. Мы, ну вот за этим бежим, за тяжелой пехотой, вот за хелмингами. Все, все остальные свалили уже, все. Да, чистая победа. Не потерял даже, блядь, ни одного орка, если не считать этих голбоклюев, которые все смотрели. Так куда нужно. Ну, догнали. Бэби. Просто. Просто отлично все. Ну так а что? Да, да, не переживаем. Конечно. Этих тоже. А-джа-джа-джа-джа-джа-джа-джа-джа. Копейщики, блин. Да, хорошо, очень чисто. Заика сработал прям гениально. Ну тут спасибо, конечно, катапульте. И баллисте. Вот этот. Эта вещь вообще сыграла свою роль, конечно, очень хорошо. Все, всех? Ну, всех, да. 8 человек я потерял. И эти 8 человек, ну, если не считать парочки назгулов, это в основном... 6 человек это вот эти дебилы, которые смотрели. Интересно, откуда стрела летит? Как она там появляется? Фринк, готов. 6 придурков под своим же огнем попали. А? Идиот. Они же стреляли прямо в сами в себя. Прямо в сами себя. Да. Ну, баллиста 121 срубила, молодец. Ну, свита надгула, понятно.
Так, Заик тут маленечко-маленечко поработал. Тральчаги не очень. Ну, катапульта прям вот тоже. Ну, молодцы, молодцы. Чистая победа. У меня бы такой победы не было. Если бы я в чистом поле с ними встретился. Хотя не, ну почему была бы, но они бы в атаку пошли бы потом. Там были бы все-таки потери, я бы закончил бы все побыстрее, и, естественно, никого не ущемить. Потому что я злой мордорский дебил. Все. Теперь можно отступать. Можно отступать, потому что сейчас все-таки у меня доктрина защитного плана, поэтому... Чтобы, блядь, его отжарить. Подмоги нету. У меня нету лучников. Могу попасть под раздачу сильного стека. А стек тут прям вообще такой, прям. Вообще-вообще. Да, надо все-таки отходить. Надо отходить. Ладно, отходим. Что поделаешь, отходим. Не будем вас трогать. Надо отходить, спасать армию. Так, здесь у нас есть немножко людей на случай. Блин, если бы дорогу бы нормальную провести, быстрее бы вот этот Нордор этот развился бы там. 4000 населения, блин, долго еще. Чтобы дорогу нормальную сделать, то не провести никого. Ну, давайте его. Штыкаты кубей этого парня. Тут у нас кавалерия, кавалерия. Да, сплошная кавалерия. Да, ночью, конечно. Сейчас штыкатык сделает свое дело. Развертываем войска. Так. Они у нас, значит, здесь. Они... Вряд ли они куда-нибудь пойдут. Они вот наверху здесь стоять будут. Ага. Ну, а мы внизу. Все. Отходим все сюда. И делаем вот так вот. Колья есть. Мясо следом. Вот тут станешь. Эти пикинеры прям молодцы, прям мне нравятся. Против кавалерии-то, да? Так, вторые такие менее фартовые, как макароны, да? Еще макароны сюда, да, вот здесь вот. Вот тут так вот станут. Так, элитка. Элитка вот тут будет стоять. Поодаль. Трольчаги. Ну, давайте вот с этой стороны. Так вот. Штыкотык, естественно, впереди планеты всей. Пойдет на провокацию. Он у меня молодец. Отдельный резерв мяса. Так, ну и баллиста. Баллиста. Баллисточка вот тут как вот так стоит. Наверное, да? Да, нормально. Ну и, собственно, все. По-моему, все. Начали. Ну да, вот они, по прямой там. Стреляем, конечно. Стреляем, а наши лучнички прокачаны. Тут есть такие, да? Поодаль отходим. Вот сюда. Никто не убегает, разумеется. Отходим. Штыкотык, давай-ка на провокацию. А, они прям на нас идут, да? Ну как на нас? Не на нас, конечно. Давай, штыкотык. Главное, чтобы ты провокацию сделал. Понятно, что они наверх идут, там что-то там. Давай. Я ж их дофига, они уходят.
Так, как там дела у нас? Ну, догнали. Сейчас догонит. Пока вот ополчение. А копейщики? Да насрать, давай, насрать, насрать. Тебе насрать. Ну и что ты, ё-моё, ну наконец-то. Есть. Есть. Все. Фу. Отход. Отход вот сюда вот. Калибарчиком давай. К моим. Только быстро, чтобы. Отходи, все в порядке. Все, они побежали, блядь. Элитка. Элитка, сюда на этот фланг переходи. Только быстрее давайте. О, одного потеряли. Ну, и за нами что? Естественно, бегут, блядь. Давай, 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 давай. Все делаем правильно. Вот тут, ребята. Вот так вот. Давай, 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 давай. Так, это что у нас такое, значит? Да, на Коле никто не идет. Фу. Ёб твою мать. Ща кому-то перепадет, да? Застрельщики марки, блядь. Да, на Коле-то они бежать не дураки. Ну, значит, вам не повезло, ребят. Значит, вы сейчас примете удар. Слушайте, напишите в комментах, пацаны, а вот боевой порядок кольцо, он вообще эффективен против ударов кавалерии? Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Что-то как-то я не подготовился. Надо было проверить, конечно, этот вариант. Так, ну ладно, элитка, давайте подходите. Вы сейчас наброситесь на кавалерию, понятное дело. Здесь-то у меня должны справиться. Так, ну что, что? Перепадает? Сейчас перепадет кому-то. Сейчас перепадет. Прям жестоко перепадет. Приготовились. Давайте, ребят. Ух, ёпта. И вот так. Давай, давай, вторая. Давай. На них, на всех, и на этих. Ух, ребят, давайте, ой, держитесь, парни. Да, вот это правильно, парень. Вот это прям молодец ты, мудряк. Мудряк, отец, мудряк, то, что надо, блин. Ой, ты красавчик. Все делаешь правильно. Сюда отход. Как у нас дела там происходят? Как у нас дела? А почему? Ладно, не застрельщики. Ну и молодцы, конечно. Прям на колышке. Прям. Вот прям туда. Колечком, да, стрелять. Все правильно. Колечком на крылечком. Фу, держится, да? Зажали, парни. Давайте их. Давайте, всадники Рохана. Третья. У меня еще кто-то должен быть. Нет, все, нету. Здесь стоят. Вот эти. Ну, молодцы. Все правильно, да. Давайте, на колья. Ай, дебилы. Да, кругом на колья, да. Стоим. Все хорошо. И это здесь тоже на колья, да? То есть, ну, блядь, красавцы прям, я вам скажу. Ура. Блядь, где? Почему так мало-то? Еще кавалерия, полководец, видимо, да? Ну, ничего, вот пока мы тут идем, мы можем атаковать вот этих вот ополченцев урлингов. Давайте. Ополченцев урлингов. Пока они там, че, куда, как. Нормально, держимся. И... Да не по своим только, ребят, пожалуйста. Потрясены они. Как у нас тут дела? Пошли ополченцам дадим. Хорошо. Нормально держимся. Так, трольчаги, не пора ли вам приступить к чему-нибудь интересному? Как у нас штыкотык тут? Все в порядке. Крошит копейщиков.
Отходим. Отходим еще разок. Так, тролль пошел. Трольчаги пошли. Ополчение и урлингов. Вот сюда давайте тоже. Трольчаги. Трольчаги вперед. Отступили. И зря. Кого я послал-то, блин? Давайте, кого я послал-то? Трольчак? Блядь, трольчак послал. Это не то дело. Не туда. Трольчак надо вот сюда вот. Вот сюда. Вот сюда пошли. Да-да-да-да. Хорош. Блядь, нет-нет-нет-нет-нет-нет. Я знаю эти приколы. Преследует врага? Кого вы там преследуете? Сюда идите, блин. Дебилы. Все, побежали. Блять. Это кто? Всадники Вестольда, блин. Ух, ух, ух. Кто у меня стоит отдыхает? Почему? Вот сюда давай. Так, трольчага. Вот на этих парней. Нормально, в принципе, все идет потихонечку. Надо добивать. Добивать вот всадников Рохана, например. Вот за ними давай. Скачи. За ними, конечно. Тут уже все. Тут понятно все. Сюда, сюда, сюда. Давай, давай. Вот, 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 вот. Все правильно. Вот, Королевская гвардия. Сюда. Вот, 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 вот. Давайте. Лошадки, да. Привет, лошадки. Как так, 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 блядь? Сука! Ёб твою мать! Блядь, ну как так? Ну почему? Ну вот почему? Ой. Ёпта, блядь. Смерть правителя, ну это говно, блядь. Сука, ну это нет. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Я хотя бы сохранился перед битвой. Ну так нельзя, это тупость. Блядь, ну какой же ты тупой. Какая же ты тупая железяка тупорылая. Ё-моё. Ёб твою мать. И я, естественно, опять этот бойню проходить. Блядь, ты что ж ты делать будешь, а? Ай, тупорылый ж ты котык, боже мой. Ну как можно так тупить по своим же колям, терять, блядь, вообще всех? Ёбаный в рот, мне еще и приходить опять заново. Ребят, я не буду показывать все. Фу, все, покажу по-другому. Придется снова битву проходить. Вот эту ее показывать, конечно, не буду. Еще раз, да? Блин, вот я дебил. Ну как так? Ну как так-то? Товарищ ты котык, ну... Ну посмотри, посмотри на меня, пожалуйста. Мои вот, мои честные. Ну что ты делаешь? Ну почему ты такой тупой? В такие вот... В такой ответственный момент ты всех подвел, блядь. Всех. Так все хорошо шло. Ну не то, что прям, блядь, хорошо, но шло же. Ой, боже мой. Да, давайте. Давайте заново. Ну вот как-то так. Ой, как-то так. Да. Ну что ж, теперь давайте штыкатык. Следующее, что у нас? Скорее всего, я думаю, что... Я, наверное, вообще своего парня вот этого, все-таки вот этого парня, я отправлю вот сюда. Наверх одного Назгула. Тут как бы есть мясо, если что, буду мясом отбиваться. И постоянно буду мясо присылать туда. А штыко-тыко, штыко-тыко у нас все-таки направится, я думаю, вот в эту степь, вот здесь вот. И будет дальше шалить.
Да. Надо, конечно, подкрепление сувать вот сюда. Надо, естественно, вот сюда отсылать подкрепление. Флоремба. Флоремба. Флорембочка бежит. Бежит Флоремба, бежит. Хорошо. У Лукхайчика тебе, да? Флоремба, у Лукхайчика. У Лукхайчика еще вот еще один ход будет строиться. Лукхайчик, кстати. Давайте мясо, мясо. Вот. И пока у Лукхайчика-то строится, ты уже, блядь, успеешь прийти. Так, у тебя два хода есть. Два хода того, как ты дойдешь до Дейла и начнешь там куролесить. У тебя один есть тролль, ничего страшного. Тут еще у меня, кстати, по-моему, тоже будут у Лукхай. Так, следующая проблема. Я бы сказал, блядь, основная проблема. Это вот этот вот парень. Полный стек. Так, во-первых, надо взять этот город все-таки. Я считаю, что лучше его взять, убить этого парня здесь, полководца. Вот, после этого, наверное, все это надо будет рвать когти. Брать надо, в любом... Ну, какая раз, сейчас я отойду или после того, как возьму город? Вот этот парень, вот этого парня надо сохранить, губернаторам не нужны, поэтому... Поэтому вали-ка ты отсюда, например, вот сюда вот. Все-таки вали, братан. А он, кстати, может сейчас пока захватить что-то, да? Вот так пойдет, типа, и захватит. Ну, посмотрим. Захватывает и насрать, все, у меня придется пересматривать некоторые моменты. Так, вот здесь помощь подходит, хорошо. Ну, двигаться отсюда я пока не буду. Мне кажется, полный стек, но здесь все подщиканы, особенно вот тут. Раз, пожалуйста. Тут есть чиканные, перечиканные. Конечно, ё-моё. Войска побитые. Побитые. Еще помощь идет сюда. Блин, одна крепость только. Надо было, конечно, брать. Короче, давай, Флоремба. Так, у тебя задача прийти сюда. Я бы даже сказал сразу вот сюда прийти. Вот так вот. Пока здесь будет справляться товарищ твой. Совесть, по ходу дела, блядь, не хочу, чтобы она сдохла. Ну ладно, Олечка здесь. Ладушки. Да, надо брать, брать же будем же, да, будем же брать. Три, все есть, да, надо брать, конечно. Только делаем вот так вот, чтобы в избежание разных косяков. Так, и этот штурм я, наверное, покажу. Да, ночное нападение, конечно. Блин, в Вествуде вообще нереально играть ночью. Вот в моде Вествуд ночь там прям вообще тьма тьмущая. Просто тьма тьмущая. Ничего не видно. Совершенно. Вот эту серию, кстати, серию 35-ю, вот эту, Mordor 35, да, я разделю ее на две части. На две части. Вот эта первая часть моя, типа, вот эта вот атакующая будет, да, первая часть. А вторая часть это будет, когда меня атакуют. Это будет ход, просто мне реально... Так, ну, блядь, кого еще на таран ставить? Кого не жалко? Естественно, костылянов этих. Господи, что ж такое-то? Так, с лучниками у меня беда-бедовая, но есть катапультяо, поэтому давайте-ка, знаете, что сделаем? Давайте вот так вот выводим, да? Слезаем отсюда все, слезаем с катапульт, покатались их. Ой, у меня же улукхай, вот я сейчас на них посмотрю как раз. Ох ты, сейчас как мы там, ача-ача. Прям, блянище, насмехаться на врагом. Ну, естественно, я бы тоже такой большой был. Насмехался бы над всем миром. Да, войска потрепанные, мяса прям вот прям нет мяса. Я думаю, что в следующей битве там мне так пропишут. Лучников у них нет. Как нету? У них они есть, но они жалкие пидоры. Обычные. Так. Окей. Я думаю, что лукхайчикам надо вот с тылу заходить. Вот здесь есть где зайти? Лукхайчики пойдут с этой стороны, да. А орки обычные пойдут с этой стороны. Тут же есть, да? Вон там вход, да, вход есть. И... Вот, да, вот здесь мы дырку сделаем. Делаем дырку. Хорошо, договорились. Ну а...
Собственно, совесть пойдет по центру. Окей. Итак, берем, кого не жалко, вот этих в данном случае чуваков. Отправляем их, например, вот туда вот. Вот сюда. Вот здесь вы будете таранчик, будете делать дырочку в стеночке. Вот этих парней тоже не особо-то. Вот вы по центру, значит, будете. И кто у нас там маленький еще? 119, да? А вот вы вот здесь вот. Сделайте дырочку вон там, да. Все. Элитка. Элитка тоже будет сбоку. Я думаю, да? Хотя, возможно, всю и не надо. Да не, надо, наверное. Посмотрим сейчас, как пойдет действие. Такой вариант осады посмотрим. Ну, а основное мясо вот типа здесь будет, да? Возможно, это не совсем правильно. А вот 60 еще есть. Блин, его надо было отправить. Ладно, неважно. Основное мясо тут. Все равно вы мясо, ребят. Ничего не поделаешь. Еще одно мясо, блядь. И еще одно. Ну, давайте по мясному рулетику сюда добавим по одному. Туда вот все. И еще мясо. Все, больше никого нету. Больше нет никого. Лучников у меня тут нету, да. Я их... Совесть их не любит, видимо. Бля, 39, так мало, конечно. Да, мало. Оп! Видимо, придется ломать. Не очень хорошо я поставил. Обстреливают меня. Уже. Ну ладно, ломаем. Давайте второй. Вот здесь. Ворота. Поехали. Ребят, чуть поближе к воротам. Да ё-моё! Вот так вот, хорошо. И кто-то у меня там еще из вас оставался, да, мясной? Кто вот это вот? 98. У вас еще какой-то здесь отрядик. Вот еще мясо. Давайте. Так. Лучнички. Вот лучничков надо поставить. Их не жалко. Ставьте лучничков. Быстрее. Перед катапультой. Пусть по ним стреляют, не по катапульте. Как у нас дела тут? Тут копейщики лихолесия, да? Уже понятно. Харе стрелять. Харе стрелять бессмысленно, я уже вижу. Мы сделаем по-другому. Мы сейчас захватим воротца, попробуем. О! Давай-ка ты выруливай вот сюда вот. Пока есть время, вот так вот выходи сюда. С придурки ста... Да, блин! Вот так вот встанут. Давайте. Ломайте ворота, да? Да, ломаю, смотри-ка. Еще едут. О, смотри, здесь подходит кто-то к воротам. Добровольцы лесов. Но они сейчас получат пизды от лохаев вообще в легкую, мне кажется. Главное, чтобы не успели моих лохаев обстрелять. То это будет очень неприятно. Блин, начали, а? Ну ладно, стрелять хотя бы по этим мясным рулетам, блин. На них плевать. На них плевать. На мясных рулетов плевать. У меня их еще есть в холодильнике. Много-много их. Так, у меня кто? Вот здесь сделали, да? Ой, они еще и стрелять начали. Прям молодчаги какие. Так, ну чё? Блин, да мультики. Вот как их отрубить, а? Как отрубить вот эту фигню, анимацию? Все, они уходят. Правильно. Все отлично. Все правильно. Братаны, все как надо. Уходит, да? Ну, уходите, уходите. Так, эти отстрелялись. Хорошо. Трольчаги стоят. Кто подойдет, тот и получит. Посмотрим. Ёпта, ты смотри, какие, а? Куда стреляем? Ну, по этим педикам-то бог с ним постреляют.
Блин, надо отойти моей элитке, а то не хочу, чтобы они попадали под обстрел эльфов. Отходим пока от стен. Как так? Что происходит? Блять, стрелять не по тем, кем надо. Вот сюда давайте. Так. Все, по ходу дела надо будет уже идти в атаку. Идем в атаку. Все. Фу. Ну что, трольчаги. Ой, трольчаги, говорю. Назгулы. Да плевать на копейщиков, конечно, лезем. Лезем. Это не копейщики, это говно. Против наших назгулов ни о чем. Вот тут бороться. Ну, тут, пожалуй, надо уже идти. Да, надо идти. Давайте-ка, друзья мои, идем сюда. Вторые, что у нас со вторыми? Есть, отлично. Улукхай, наваляйте им. Наваляйте. Вторые пойдут до кучи. Давай, Улукхай, пошли. Кавалерия пошла, кавалерия. Давай. Опа, это кто там выходит? Добровольцы лесов, блядь. Вот по ним, по жопе им. Все. Можно, сука, начинать. Тут стопы, харе стрелять. Фух, ну чё, мясо? Пришло ваше время. Побежали. Давайте, ребята. Лукхай, пошли. Остальные что, стоим? Туда же. На лучников Синдар. Вот кому надо прописать-то, блядь. Лучничкам Синдар, конечно. Так, ребята. Заходим. Побежали. Быстро сюда, давайте. Лукхай. Во, первый. Ну, давай. На тебе, блядь. На, нахуй. Хорошо. Ну... Да блин, вот тут не в тему, конечно. Давай, на. Сюда, конечно, надо бы, а. Помощь, ребята. Вот сюда. Только пободрее. Где еще? Вот, бегут. Бля, только быстрее, пожалуйста. Улукхай не должны пасть. Они тут работают прям вообще. Генерала валит там, молодцы. О, торки, давай. Фу, орки, говорю, тролли. Блин, как так? Где Назгул? Почему так мало? Где остальные-то, блин? Ох, какие вы долгие, а. Ох, какие вы, сука, долгие. Пришли. Давайте, разбирайте. Разбирайте все. Всех разбираем. Kill them all, давай, сюда. Так, Улукхай прям, ух. Ой, один сдох, блядь, один сдох, Улукхайчик. 10 уже, ё-моё. Победа вполне возможна. 16. Кто тут остался-то, блядь? Добровольцы. 50 человек добровольцев. Что-то, по-моему, по плану. Что-то все не пошло не по плану, по-моему, да? Так. Где у меня вот эти парни? Что вы там делаете? Хорош, раскидывайте тролли. Давай. Вот здесь, ну накидайте тут, ё-мать, тут 39. Блин, да как так? Неужели нельзя как-то их смести всех? Блять, 7 троллей осталось. Ну понятно, что, конечно, потери будут. Среди троллей и работает все очень круто. Блять, 75. Что вы там, что вы так тут далеко стоите, ребят? Пожалуйста, всех к столу прошу. Проходите все к столу. Вот лучников давайте. 34 добровольца лесов. Блять, почему их до сих пор так много? 14 осталось. Блять, совесть, не умирай только, я тебя прошу. 8 Улукхайв, сука! Да, пожалуй, больше я не буду так делать. Проверка Улукхайвская показала, что они, конечно, крутые парняги, но их валят.
Ну и хвалят все равно. Еще и копейщики здесь. Бля, я неправильно их использовал. Я их использовал неправильно. Уходите. Уходите, ребят. Уходите. До кучи подойдете потом. 14, блядь. Пожалуйста, вот сюда, я вас очень прошу. 24, 23, 22. Давайте, давайте. Приконите еще. Все, Лукхай ушли. Фу. Ушли, ушли, ушли. Я же сказал, все, ушли. Все, убежали. Пусть мясо поработает. Блять, один Лукхай остался заперт. Ребят, вот тут что опять за шествия такие? Навалились, сняли защиту, навалились. Осталось-то вообще просто 8 человек. Все, генерала убили. Должны там тут хотя бы хоть как-то. Опа, долгундурцы. Молодцы. Хоть как-то, хоть что-то там где-то обосраться немножечко. Вот сюда надо, по копеечкам вдарить. Где они? Так, здесь никого. Вот сюда, всей толпой. Ну как всей? Всей, сука, как всей? Всей, сука, толпой. Вот сюда, вот. Вот сюда давайте. Хорош. На стрелков. Так, улухайчики. 7, да, все-таки тут погиб. Блять, держится еще один. Добавляйте. Раз уж пошла жара такая. Вот добровольцы лесов, конечно. Копейщики-то нет, конечно. Копейщики, блядь, они хороши. Пободрее, пободрее, ребят, работаем. Ох, 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 достается. 9. Немного. Вот их на, проломите, все, и мы зажмем кольцо. Ну, погибает там, нет? Да. Слушайте, ну с эльфами, конечно, тяжело. Тяжело с эльфами, ничего не скажешь. Лукхай молодцы, Лукхай прямо огонь. Ну, вот я потерял сейчас аж 5 уже. За один бой. Обычно такого у меня не происходит. Ну, я их послал сейчас в самую гущу битвы. Ну, хотел проверить, в принципе. Назовем это небольшим тестом. Небольшой тест был. Сейчас, секунду. Слушайте, ребят, у меня реально плохие новости. Реально плохие новости. В общем, короче, позвонил Саурон. И сказал за то, что я так бездарно распространяюсь Лукхайми. Распоряжаюсь Лукхайми. Он ограничит их выпуск. К сожалению. Вот так вот. Вот. Он мне сказал, что я мудак. Что такие ценные боевые единицы нельзя вот так вот убивать. Ну, на что я ему сказал, что мне как бы вот насрать, что как бы без меня он просто не глаз всевидящего ока, а какое-то просто очко. Но вот поэтому, к сожалению, Лукхайф у меня будет немного. Вот. Я-то думал, у меня целые стеки будут, а оказывается, что нет. Он повышает немножко содержание. Бля, хватит говорить херню. Поехали дальше. Саурон охерел вообще просто. Где вторжение? Хоть одно, хоть какое-нибудь. Почему вторжения до сих пор нету? Тварь. Все, кого сожрали? Всех? 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 Все, есть, блядь. Вот сейчас вот осталось немножко. Сейчас все смело. Вот все, даже вот, даже не, даже вот без вас. Сейчас все смело. Вот. Копейщиков лихолесья. Сколько тут? 14. Здесь их 27. Вот 27 всех. Наваливаемся толпой. И наказываем. Жестоко превращаем их в капрофилов. Тут лучники Синдара, два таких доблестных стоят там. О, на тебе по яйкам. Смотрите, как улетел, да, получил по яичкам. Лукхай такой весь кровище. На, блядь, пиздец просто. Прибежая, круто, я люблю. Тролльчаги пришли такие. Так, секунду. Есть что пожрать. Крутые ребята, конечно. Крутые, вот я не спорю вообще. Просто тут без шансов. Как у нас тут?
Ну, осталось всего-то. Всего-то ничего-то. Да затопчите вы уже их там все. Понятно, что все, я победил. Слушай, не знаю, вот единственное, нормально все прошло. Единственное, что, конечно, я ступил, не надо было лохайв сразу кидать вот в первых рядах вот так вот на штурм. Уа-жа-жа! Праздничный салют из орков. Yeah, baby. Не надо было, конечно, лохайв так кидать в такую гущу событий. Не потерял бы пятерых. Ну ладно, с другой стороны, первая битва с ними, проверочка. Проверочка, да. Улукхай, конечно, прям... Ну, 92, не так много. Горные тролли, блядь, больше накосили, кстати. Вот так вот, да. Арагорн, прикинь, горные тролли даже покруче, чем их братья в броне. Оказались там. Все равно надо делать Улукхаев и тролли. Вот прям вот все равно. Вот они прям вот уберы мои. Единственный убер. Одного пидора за 12 рублей я не буду вообще ничего. Всех казнить. И вот так вот. Да. Вот мы здесь и сели. Вот и сели. Исправили здесь ситуацию. Сейчас на следующем ходу, скорее всего, вот этот вот балбес. Кстати, я могу себе... Нет, не могу. Вот на следующем ходу вот этот парень, скорее всего, заберет мою укрепленницу. То есть потеряю я укрепление. Но потом сразу его верну. Если это, конечно, мне нужно, я не знаю. Там какая-то... Как, здесь наверняка что-нибудь идет ко мне, я уверен. С Дейлом-то я справлюсь. С Дейлом я справлюсь. Вот меня Рохан беспокоит. Хотя сейчас вроде как исправил немножко ситуацию. Заика ушел из окружения. Вот этот чувачок сюда встанет на случай, если... Ну, эльфы вряд ли соберут здесь что-то более нормальное. Вот сюда. Потеряю этот город, да и хрен ты с ним. Ничего страшного. Штыкотык продолжит свои походы. Блять, нет... А, нет, есть, есть. Есть. Катапульта нет. Катапульта нужна. Нужна ему катапульта. Давайте на этом закончим первую часть 35 серии под названием «Как мы раздавали». А вот «Как мы получали» будет в следующей серии, потому что получать мы стопудов будем, ибо есть от кого. Да, друзья, все, спасибо, с вами был Доктор Труф. Спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно комментируйте и любите эту игру. Пока-пока.